Алло. Добрый вечер, здравствуйте. Московский цирк на Цветном бульваре пришел на это торжество, на юбилей. Юбилей – это уже наше хобби. Кругом юбилей. Я так подсчитал, 5 раз в месяц я бываю на юбилее. И все хорошие люди, прекрасные учреждения, и не пойти просто грех. Сегодня 25 лет концертному залу. Простите, мы вдвоем, меня объявили одного, главный режиссер Московского цирка Валентин Гнеушев. Концертному залу 25 лет, через 5 дней мне 75. 75 и 2. Это уже 100. Поэтому мне уже в антракте выпили по 100 грамм. Если бы мне было 100, а концертному залу 350, мы бы не вышли. Концертному залу и вам, собравшимся здесь, сделали маленький подарок. Валентину Гнеушеву несколько слов по этому поводу. Дорогие друзья, я очень счастлив быть на этой сцене среди своих друзей, я имею в виду дирекцию Петра Михайловича, Мусю и многих других сотрудников. Все дебюты моих работ, как случилось, на этой сцене начинались. Я очень благодарен залу, считаю, что он очень счастливый. И поэтому сегодня одна из последних работ нашего старого московского цирка. Для вас, Александр Велигоша.